Признаться, я не думала, что ты выиграешь хотя бы раз. А ты победил трижды и получил право участвовать в великих скачках. Я здесь. Мы можем начать. Будь осторожен. Это великая честь и великая опасность. Время начать великие скачки. Во славу Фреи будут состязаться Геральт из Ривии и победительница прошлого года Астрид по прозвищу Змея. Держись подальше, чужак. С дороги, а то убью. Ты уступил, но в споре с лучшими. Само участие в великих скачках — повод для гордости. Ага, меня от нее прям распирает. Ну ничего, до скорых встреч. Лучше ведьмака не найдешь. Признаться, я не Я здесь, мы можем... Будь осторожен. Время на... Вперед! Мчитесь быстрее ветра! Ну так как? Купишь этого барана? Вперед, плотва! На кой он, скажу тебе, похотливый? Позже об этом поговорим. С дороги, а то убью! Брунгильде он бы понравился. Придержи. Гонка смельчаков завершилась. Геральт из Ривии опередил Астрид Змею. Белый волк оказался черным конем. Прекрасный забег. Богиня должна быть довольна. Ты же возрадуйся награде. Неплохо, должен заметить. Не знаю, что будет через год, но я попробую приехать. Воздух Геральт на большой земле, видать, наш людям герой. Не на пользу. Да, что принести? Покажи, что у тебя есть на продажу. Бывай.
Вперед, плотва! Побудь у нас еще неделю, Курису. Я знаю, ты чувствуешь себя лучше, но ты еще слишком слаба, чтобы отправляться в дорогу. Спасибо, но я не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством. Мне пора возвращаться в родные края. Дома, наверное, думают, что я умерла. Не беспокойся, я уверена, они ждут тебя. Ты что даришь? Любовь, ненависть и силу. Приветствую тебя в святилище Фрей. Я Курису. Чем могу помочь? Ты послушница? На жрицу ты не похожа. Правда? У тебя зоркий глаз, но ты немного ошибся. Я не жрица и не послушница. Я бежала с корабля пиратов, была ранена и оказалась здесь. Сестры Астрид и Далла нашли меня без сознания на берегу. Они забрали меня в святилище и позаботились обо мне. Им я обязана жизнью. Ничего себе приключение. Тебе есть куда вернуться? Или ты хочешь остаться здесь? У меня брат на Артскеллиге. Он наверняка меня ищет и сходит с ума от беспокойства. Когда мне станет лучше, я найду какой-нибудь дракар и вернусь домой. Прощай. Зачем тебя привела богиня? Мне кажется, я сам себя привел. Ты не почитаешь Фрею. Нет, но я уважаю ее жриц и почитателей. Фрея равно награждает и карает верующих, иноверцев и безбожников. Почитай ее и не гневай, и тебе зачтется. Что тебе нужно? Покажи мне свои товары. Ты можешь рассказать об этом святилище? Случилось так, что Фрея потеряла своего любимого белого кота. Она искала его по всем островам и, наконец, нашла здесь. Фрея возрадовалась и благословила это место. А позже здесь построили святилище. Не знал, что Фрея любит кошек. Твое невежество прискорбно. Белый кот – священное животное богини. У него глубокое символическое значение. В этом святилище Фрея помогает тем, кто ведет упорные поиски. Может, она и к тебе будет благосклонна. Не отвергай ее. Неужели у тебя есть столь могущественные друзья, что ты откажешься от помощи богов? Прощай. Ты что даришь? Любовь, ненависть и силу. Здравствуй. В чем дело? У меня есть еще пара вопросов о Морквардье. Я пришел за наградой. И ты уверен, что... Моркварг мертв? Даю слово. Если нет, верну деньги. Я поверю твоему слову, ведьмак. Ты что даришь? Любовь, ненависть и силу. Ты что даришь? Любовь, ненависть и силу. Здравствуй. В чем дело? У меня есть еще пара вопросов о Морквардье. Прощай. Да защитит тебя богиня от всякого зла. Ты что даришь? Любовь, ненависть и силу.
Мы тебе благодарны. Сталь шипит, искры летят, руны отцов на клинке уж. Приветствую, незнакомец. Позволь мне взглянуть на твои мечи. Будь здоров. На помощь! Пощады! Ого.
Торгун, зачем тебе одному такой большой дом? Они уже не вернутся. Один ты остался. Чем его чинить? Переехал бы ко мне в лагерь. Что, плохо бы тебе у брата было? Плохо. Глаза у него раскосые. Похоже, зериканец. Торгун, зачем тебе одному такой большой дом? Они уже не вернутся. Я-то издалека таких, как ты, узнаю. Любишь соленый чай? Я ненавижу. Ну, все, все, все.
Интересно, что вызвало лавину? Интересно, что вызвало лавину? Здесь тащили носилки. Thank you.
следы великана. Время возвращаться домой. Дом укрытый дерном и камень. Тут меня, там сын и дочки две. И жена прекрасней, чем во сне. Я теряю силы, щит разбит. Здесь тащили носилки. Руки коченеют, грудь болит. Так что мне пора в мой дом родной. Дом, покрытый дерном и корой. Я знаю эту песню. Что ты здесь делаешь? Гляди, дружина. Еще один. А сколько раз я им говорил? Чего-чего, Вильфред? Да, ничему не учится. Этот хоть песню перед смертью послушал. Кто были эти люди? Это моя дружина. Они поклялись, что никогда меня не оставят. И вот, смотри, сдержали слово. Высокий — Вильмар. Рядом с ним справа — Вильфред. Заика — это Вильхельм. Почему вы остались здесь? Мы не можем уйти. Сунься мы еще раз, великан всех нас поубивает, как остальных. Почему великан тебя пощадил? Моя дружина и сирены помогают ему строить корабль. Я шью паруса и иногда пытаюсь бежать. Тогда сирены прилетают и приносят меня обратно. А зачем ему корабль? Куда он собрался? Обещаешь не болтать? Моим людям я могу доверять, они будут немы, как могила. Но ты... Я никому не скажу. Ну ладно. Великану нужна эта посудина, чтобы громить богов во время последней битвы перед концом света. И уже скоро все будет готово. Зверья тут мало, а я видел, как великан дает тебе еду. Где он ее берет? Не знаю, я не спрашиваю. Дружине нравится. Там на земле лежит обглоданная рука. Что? Где? Вильмар, мать твою за ногу! Кто за порядком будет следить? Совсем не умеешь хранить тайны. У нас был выбор. Или так, или с голоду помереть. Но я никого не принуждал. Вся дружина была за. Я ищу Хьялмара Анкрайта. Похоже, он пришел сюда с дружиной, чтобы одолеть великана. А, да, видел я их. И Вильмар тоже. Точно? У Вильмара соколиный глаз. Они стояли на том же самом месте, что и ты сейчас. И все выглядели довольно скверно. Рыжий Лейв, Фолан, Виги. Между нами говоря, у парня с головой не все в порядке. Ну и молодой Анкрайт, тот тоже был. Ты помнишь, когда это было? Когда было что? Когда здесь были Хьялмар Анкрайт и его люди. А, это... Не помню. Вильхельма спроси.
Они говорили, куда пойдут? Не помнишь, Вильмар? А, да. Они собирались разбить лагерь в старой сторожевой башне. Ее найти просто. Стоит посреди долины и ничего не стережет. Я постараюсь вернуться к тебе, когда найду Хьялмара. Ты так уверен, что его найдешь? Может, ты еще и великана в одиночку завалишь? Все люди одинаковые, а, Вильхельм? Им кажется, что они бессмертны. Мне пора. Будь здоров. Слушай, если ты действительно сумеешь вернуться, принеси мне из деревни немного крепкой дратвы. И гвозди. Гвозди у нас тоже кончаются. Запомнишь? Гвоздей и дратвы. Я запомню. Гляди, дружина! Белоголовый вернулся! С чем пришел? Ты Харальд Собачья Морда, ярл Ундвика. Я слышал, ты погиб. А что, мы с моей дружиной похожи на мертвяков? Ну... То-то же. Так значит, все думают, что я помер? Может, оно и к лучшему. У меня есть для тебя гвозди и дратва. Что? А, да. Хоть бедному Вильхельму ух прикреплю. Мне пора. Будь здоров. Yeah.
Лагерь Хьялмара. На них напали. Сломан позвоночник. Он будто упал с большой высоты. Столько ран. Должно быть, он долго продержался. Здесь были двое. Порознь. Эти следы более давние. Кто-то ушел из лагеря до нападения. Несколько человек тащили лодку к северу. Он попал прямо на Накер, но завалил его. Да, суровая у островитян жизнь. Определенно шел туда. Суровая у островитян жизнь. Не вернулся, чтобы собрать стрелы. Накеры задержали погоню. Интересно, почему лучник так хотел его убить? Он шел в ту сторону. Здесь он получил первую стрелу, но побежал дальше. Он шел дальше. Уже шатался. Еще след. Потерял столько крови. Думаю, далеко не ушел. Тут он получил вторую стрелу. Она-то его и добила. А куда делся лучник? Затащили его в пещеру. Может, он еще жив. Лучник тоже был ранен.
Ох, и гнусный же ты! Что-то варится. Готовите? Готовим. Эй, ты! Помоги мне! Вода нагревается! Тихо там! Мне нужен этот человек. Нет. Человек у Мордифа выиграли. В загадке. Значит, загадки любите? Ну, давайте сыграем на человека. Если я выиграю, заберу его с собой, а если проиграю, сам прыгну в котел. Это хорошо. Загадки? Сейчас? Не булькай. Первая загадка. Много ест и много пьет. Ходит он большой и бьет. Тролль, ясное дело. Хорошо, тролль. Пусть говорит свою загадку. Пусть легким бываю я словно перо, быть долго и троллю со мной нелегко. Загадка. Человек обманул. Я выиграл честно. Глупые загадки. Перо. Троллю нелегко. Не пись-пись. Идти сможешь. Попробую. Пойдем отсюда. Все в порядке? Я теперь в жизни в баню не пойду. А в остальном порядок. Ты спас меня. Как тебя отблагодарить? Я ищу Хьялмара. Хьялмара? Мне тоже интересно, куда подевались и он, и вся дружина. Должно быть, что-то случилось.
Иначе они той же ночью пошли бы меня искать. А зачем тебе Хьялмар? Расскажи мне о вашем походе. Началось все, как в лучших сагах. С порядочного шторма. Парус мотало, как кусок тряпки. Потом, когда мы уже берег видели, нас окружили сирены. Будто поджидали. Мы бы с ними справились как-нибудь. Но вот кормчий... Кормчий ошибся. Мать его ошиблась, что родила его на свет. Этот идиот наслушался сказок, залил уши воском и не слышал наших криков. Ну и влепил нас прямо в скалы. Несколько человек погибло, раненых пришлось вытаскивать на носилках. А сирены не отставали. Хьялмар трубил в рог, но мы подошли слишком близко к склону, и на нас сошла лавина. Редкое невезение. И что потом? Мы добрались до этого безумца с кораблем и в конце концов разбили лагерь у сторожевой башни. На минуту показалось, что все обошлось. Крах прислал меня за Хьялмаром. На Ардскеллиге будут выбирать нового короля. И все ждут возвращения молодого Анкрайта. Значит, уже началось. Хьялмар – владыка всего Скеллиги. Думаешь, он не подойдет? Хьялмар безответственный, упрямый и никогда не слушает советов. Зато он отличный предводитель. Я с ним с детства дружу. С ним и с Керис. Керис тоже претендует на корону. Керис? Но она... Она ведь... Она достойная дочь Краха. А что Крах? Поддержал ее? Позволил ей отправиться в шальной поход за подвигами? Он был не в восторге. Особенно от того, что Керис его не предупредила. Меня тоже. Куда она отправилась? С кем? На спикеровок. Одна. Одна? Зараза! Если бы Хьялмар... Ты не знаешь, она уже вернулась? Да, у нее все получилось. Хвала богам. Почему ты оказался один? Во время ночной стражи я увидел, как Эгнар Сфарер стащил у Хьялмара рог Харнвала, которым мы сирен отпугиваем, и выбирается из лагеря. Вот я и пошел за ним. Не знаю, что взбрело в его рыжую башку. Тысячу раз говорил Хьялмару не брать его с собой. Ну и что, удалось тебе его догнать? Да, в тех пещерах. Паршивец поднял такой визг, что накликал троллей. Я думал, что меня сразу сожрут, но меня сначала посадили в маринад. Сегодня решили, что уже пора. Тут бы мне конец и пришел, если бы не ты. Ты знаешь, где Хьялмар собирался искать великана? Говорят, у него логово в пещерах над деревней. Хьялмар решил, что туда лучше всего попасть по озеру. Виги помешанный говорил, мол, есть дорога получше, через шахту. Но никто не хотел соваться в лапы чудищам. Я уже узнал все, что хотел. Прощай. Подожди. Я пойду с тобой. На счастье, тролли не пустили мой лук на растопку. Хорошо. Идем.
Ты хорошо знаешь остров? Я никогда раньше здесь не был. Скажем так, я небольшой друг клана Тордорох. На самом деле, на Артскеллиге их вообще не особенно любят. Ты говоришь, вам не нравятся люди Сундвика. Но вы же помогли им после нападения великана. А ты, когда спасаешь людей во время шторма, сначала спрашиваешь, из какого они клана? Ну хорошо. Но потом вы дали им приют, а теперь отправились на великана. Да все просто. Отбить Ундвик – лучший способ выжить их с Артскеллиги. А с каким кланом у вас хорошие отношения? Ну, точно не с трусами из Броквара. Они будут говорить, что это неправда. Но 100 лет назад их ярл отказался идти на битву только потому, что врагов было больше. На Фарерах живут лгуны и злодеи, все это знают. Клан Тирших с Артскеллиги вечно задирает нос. Клан Лугаса Безумного? Вот с ними все в порядке. Я думал, это ваши злейшие враги. Ну да. Другие кланы мы настолько не уважаем. Пойдем. Человек Хьёпмара. Истек кровью, пытаясь сбежать. Интересно, что с остальными? Великан гнался за ними. Они бежали в сторону пещер. Один из них споткнулся, но успел встать, прежде чем на него напал великан. Он определенно шел туда. Много здесь крови. Он шел в ту сторону. Великан попытался пробраться в пещеру, но, видно, передумал. Кровавые следы ведут к пещере. Еще след. Тут довольно глубоко. Не разобьюсь. Чистый удар. Голова, наверное, далеко отлетела. Ее зарубили. Должно быть вдвоем.
Ялмар потерял здесь много людей. Арвитан Тордоров. Он так простился с нами. В нее всадили пол колчана. Это должна быть та самая кузня. Поищу инструменты. Кузнечные инструменты, но все в орнаменте. Должно быть, о них Иоанна и говорила.